Мальчики, мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. И сегодня у меня для вас очередной сюрприз. Да-да-да. Вот и она, моя игра. Так, здесь все нужно закрыть. А вот и мой робот. Я его просто обожаю. Только вот куча всего. Смотрите, у меня даже в магазине что-то новенькое есть. Я могу что-то себе прикупить. Давайте купим сундучок и откроем, посмотрим, что мне дадут. О, обычная карточка. Вау, такого у меня еще не было. Это какое-то новое оружие. О, а вот это что такое? Это какая-то новая батарея, наверное, для моего робота. Ого, вот это голова? Это голова и очень редкая. Так, надо возвращаться к моему роботу. Ой, там еще какие-то подарки. А что это за подарки? Ого. И правда какие-то подарки, неужели мне? О, 150, ничего себе, вот это подарочек. А еще, вау, что это, ребята, эпик, это нью, ой, я ничего не понимаю, друзья. Знаю, что что-то очень редкое, эпическое и даже легендарное. А это переворачивать надо или с собой брать? Что это? Пишите мне в комментарии. Первый раз в жизни мне такое попадается. Вот это подарочки. Вот это я понимаю. Да, мой робот аж затрясся. Так, ребята, надо идти и смотреть. Что же с моим роботом? Ого-го, сколько всего! Слушайте, а то, что выпало в подарках, где оно все? Ничего себе, вот пишут новенькие. Вот они, смотрите, что это? Куда это вообще вставлять? Я вообще ничего не понимаю. Эй, робот, а вставлять-то куда? Чего? Стоп. Так, у меня голова очень-очень классная. Так, ну тут я смотрю, все на первом уровне, моя голова на четвертом уровне. И эти головы что-то не очень, честно говоря. А вот такая вот, смотрите, голова прикольная. Что это за голова? А какую выбирать, я не знаю. Но смотрю вот на эту голову, у нее 7 защиты, 46 регенерации. Это что-то еще такое? А моя какими обладает качествами, интересно? Так, погодите, вот эта нога, а моя голова, как вот про нее узнать? Погодите, эй, голова, ты где, ты где попряталась-то? Эй, куда она исчезла? Вот она, да, моя вот такими качествами обладает. А, вот, это 5 защита, это 7, смотрите, у моей качество гораздо лучше. Так, вернуть робота на место, а если эту голову вместить в мою голову? Это же будет классно, правда? Но я ее здесь не нахожу. Хорошо, а если сделать вот так и развить ее? А ну-ка посмотрим. Во, класс. И для этого я отдам вот эту, например, голову. О, здорово, теперь вот эту и вот эту. Зачем они нужны? 16 тысяч, смотрите, сколько я всего отдаю, ничего себе. А вот что вот это такое? Если я это отдам, пишут, что я не могу это отдать моей голове. Значит, оно принадлежит чему-то другому. Ладно, соединяем все головы. Чего? Я соединяю, да, смотрите, она будет аж 16 тысяч, ого, классно, 12 уровня голова, вот это я понимаю. Так, давайте посмотрим, а остальное-то у меня какого уровня? Так, это 12-го, ноги 20-го, ребята, да, я просто супер-супер-пупер, в каком интересном положении нахожусь. Так, у меня еще вот есть оружие, смотрите, есть легендарное. Мое 11 уровня тоже можно улучшить. Так, здесь 6. О, вот что я хочу улучшить. Да. Тем более у меня есть чем улучшать. Вот у меня куча здесь мечей. Я... Так, стоп. А погодите, может быть вот этот красный, он гораздо лучше? Нет, подождите. Не так будем делать. Давайте посмотрим характеристику мечей. Итак, вот этот красный... как бы белая, так, подождите, вот точечка, ага, 5, удар, значит, 24, 36, а у этого 2, ну это классный, а у этого,
Энергия 9 защиты, а удары где? О, мне что-то это не очень нравится. Может его убрать вообще? Мне кажется, вот этот гораздо лучше будет. Ну-ка, давайте попробуем поставить. Во, смотрите, он даже такой аж красный, представляете? Так, все, я готова развивать именно этот меч. Он мне очень нравится, он сияет чем-то красным. Так, давайте мы вот этот меч сюда вольем и вот этот вот. И па-па-па-пам! Ну же, ну же, ну же, улучшайся! О, вот так-то! Отлично, теперь мой меч стал 8 уровня, и я его беру с собой в поход. Так, ну вроде бы все улучшили. Может быть, еще вот это оружие улучшить? А ну-ка, чем его можно улучшить? Давайте посмотрим. Может, ему можно энергию дать? Ой, погодите, это ноги вообще не туда зашла. Еще раз. Оружие вот это. Улучшаем. И получаем, так, 6 уровень. Я могу поставить, а вот это я могу поставить? Ой, я могу это поставить. И вот это могу, слушайте, они вообще такие классные. Отлично. 15-11, ну же, ну же, ну же. Так, замечательно, 9 уровня, но сила хороша. Так, а если вот это? Нет, это я вообще никуда не могу поставить. Слушайте, мне подарили что-то непонятное. Так, что у меня там еще не прокачано? Ну, вроде бы все прокачано. Пойду-ка я посражаюсь с кем-нибудь. А мои подписчики напишут мне, что с чем соединять. Помнится, мне говорили, что эпическое оружие ни в коем случае тратить и соединять с чем-то другим нельзя. Я вот так и делаю. Но у меня выпали какие-то кристаллы. Вы о них напишите мне, пожалуйста. Вы же ничегошеньки не понимаю. Все, иду в битву. Больше я на этом останавливаться не буду. Итак, где моя битва? Вот она! Ах, я была зимой, я была и летом, а теперь иду во тьму. Что-то мне сюда не очень хочется идти, но, по-моему, выбора у меня нет. Итак, мне надо отдать 4 батареечки, они у меня... С удовольствием отдадутся, ребята. Такого я еще не видела. Здесь защита просто кругом и всюду. И здесь дойти до чего-нибудь хорошего нужно еще куча всего победить. Ну что ж, я готова. Да, у меня, конечно, не очень сильное все, но я постараюсь. Давай, красавчик. Ого, как он меня сразу. А что два раза пуляет? Да это же нечестно, ребят, это вообще нереально нечестно. Так, погодите, чем я могу здесь? Вот этим могу, бабах. Отлично, еще вот этим, дыч-дыч-дыч. Все, я его победила, с одним справилась. Так, а к этому могу подойти и с ним сразу справиться? Отлично, монетки получила. Вот, это, кажется, не то, что мне надо. Ладно, мы пройдем еще ниже. Энергия, а лечение где? Где лечение? Я ж так и не вылечусь. Ладно, попробуем. Ба-ба-ба-ба-ба. Ай, как же больно они бьют, вообще кошмар. Да ну, это очень серьезное дело. Это атака такая сумасшедшая. Так у меня всего 2. Мне кажется, надо подходить поближе. Итак, где я чуть-чуть, туда чуть-чуть. Тут, тут и тут. Да. Я шагну поближе и теперь смогу нормально атаковать. Я сейчас атакую. Так, погодите. Вот при помощи вот этой штуки она отлично атакует. Меня опять попадают. Да еще так больно. Ого, он близко подходит. Можно предпринять мой топ. Погоди. Не-н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 е. Топ не могу предпринять. Почему? Слишком далеко? Плохо дело. Ладно, попробуем вот это. Это он еще не... Ай, слабенько совсем. Ну, на тебе, я его добью. Отлично. Супер, супер, супер. Так, с этим справились. Подходим дальше. Может, мне что-нибудь все-таки поможет сегодня. Вот так. И вот эти соберем. А теперь, наверное, будем... вот это лечение было. Точно, я помню. Точно, точно, точно. Подходим поближе. Энергии. Энергии у меня и так много, но я ее все равно использую. И пойду на первого серьезного противника. Ой, не говорю, он серьезный. А он и не очень серьезный. Так, ну что, в нем стрельнуть, что ли? Или лучше подойти подальше, отойти поближе. Раз, первый ход мой. Нет, только не это.
Да ну тебя! Я тут поближе хотела подойти, а ты так нагло вообще со мной поступаешь. Я вот тебе еще поближе подойду. А теперь я могу, так, а топ не могу сделать? А, к сожалению, не могу. Так, вот эта штука мне очень нравится. Бах! Да, не очень она мне нравится, конечно. Ай-яй-яй! Моя голова! Чего это? Вот так тебе! Вот плохой! Плохой, плохой, плохой! На тебе еще! Отлично! Переворот! Ай, он опять меня подтягивает! Эй! Так нечестно! На тебе! Во, отлично! Еще один удар и все! Что там такое показывается? Что, ударил меня типа? Ничего у тебя не получится! А что это такое? Что это означает? Ладно, я не буду этим пользоваться. Я лучше добью его. Супер! Я победила. Я победила в первой битве. Вы это видели? И вообще интересно, у меня всякие разные оружия. Прокачиваю я только вроде бы как одно. Смотрите, еще один ящик. Ну-ка посмотрим. Еще голова. Еще энергия. И это... Что это? Не знаю. Подписчики, пишите, что это такое. Так, погодите, я могу экипировать. И это что-то новое? Супер! Так, ладно, экипировка. Ну-ка. Ого. И правда сверху что-то надстроилось. Ну, друзья, я как бы это готова идти дальше, вроде бы. Только погодите, тут у меня какая-то... О, смотрите, я выполнила миссию, я получаю еще денежек. Отлично. Ну, ребята, у меня так много всего. О, смотрите, я еще получаю вот эти штучки, класс. Супер. Но все равно у меня очень много для робота всякого полезного. А я реально не знаю, как его использовать. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Так, вроде бы я получила еще какую-то голову. Это же голова. Давайте мы попробуем мою голову еще прокачать, еще улучшить. Еще посмотреть, что можно с ней сделать. Так, 17. А вот эта энергия. Смотрите, у меня какая-то энергия появляется. Вот как понять, что она улучшает. Так, это так же само как-то получается. Не то. А вот защиту, интересно, можно добавить? Защита. Что? Что происходит? Не знаю. Вот эти вот жалко добавить нельзя. Куда они добавляются, никто не знает. Да. Я ничего в этом не понимаю. Смотрите, я даже оружие могу в голову добавить. Но мне этого не хочется делать. Потому что это все глупо, наверное. Вот, я лучше вот это вот сейчас голову прокачаю. На 17 уровень. Отлично. Так, а вот с оружием я вообще ничего не могу понять. Вот у меня есть ноги. Вот у меня есть вот такое вот оружие 11 уровня. Ага, это тот, который бомбочки пуляет. А 9-го, конечно, совсем слабенькое. Так, а тут у меня... О, смотрите, а вот эту штуку я могу прокачивать? Я, правда, не знаю, что это такое, но вполне вероятно, что ее можно прокачать. Например, вот этим. Нет, к сожалению, этим нельзя. А этим? О, этим можно. Давайте мы вот прокачаемся. Раз, два, три, еще энергии вот так добавим ему, и получится супер, по-моему, неплохо. Что-то прокачала, а что, понятия не имею. Так, ну, мне больше нечем прокачивать, у меня все так, а защита, так, и ногами можно прокачивать, ну, нет, ноги я, конечно, не буду так делать, но вы знаете, вот у меня редкие ноги, эпических ног нету, и поэтому, в принципе, я могу эти редкие ноги влить в свои ноги. Так, давайте посмотрим, что у меня тут. Вот мои ножки. Сейчас мы попробуем их прокачать. Так, где мои ноги? Вот какие-то ноги можно добавить. Вот сила моих ног. Вот и вот. Отлично. Смотрите. О, ничего себе. Да я прям хочу это прокачать. Давайте попробуем. Смотрите, как здорово получается. Класс.
21 уровень ног. Ну все, кажется, больше ничегошеньки. Все, двигаемся дальше. Эх, жизни бы еще как-нибудь жизни ему улучшить. Но как это делается? Что нужно прокачивать, чтобы жизни улучшить? Я вообще не знаю, поэтому пишите мне тоже в комментариях. Не знаю даже, как и драться в следующем уровне. Все, иду. Иду на карту, пробую еще разочек, но уже во втором уровне. Двигаемся. Вау, сколько здесь всего. Так, а если мы вот сделаем вот так, потом вот так, а то я прям боюсь двигаться без каких-либо улучшений, честно говоря. Вот у меня опять энергия. Ах, как приятно собирать что-нибудь такое, этакое. Так, еще сюда пособирать что-нибудь позитивное. Ну, а теперь можно уже и сражаться. Давай, мы с тобой первым будем сражаться. Итак, о, да ты, в принципе, не очень сильненький, маленький такой. Так, подходим поближе и делаем то. О, нет, кажется, он не будет. А, он меня откидывает. Ого, и дальше уезжает. А вообще умный парень. Так, что же мне с ним делать? Ну, давай посмотрим. Вот, смотрите, эта штука. Ха-ха, вот она, это новое оружие. Давайте попробуем. Ого, ничего себе, правда она слабоватенькая, честно говоря. Ну, ой, зато вот эти двое неплохие. Что, поближе подъехал, да? А, вот в чем дело. А я вот тебе вот прям сюда, а потом сделаю своей мощной ногой огромный топ. И все. И до свидания, приятель. Ес, ес, ес. Так, что ж, походим к этому. Я пока не буду себе ничего улучшать. Так, подойдем-ка лучше к нему поближе. Или, может, не стоит? Ну, ладно, давайте подойдем. Вот так. Ого, лазер какой, вы это видели вообще? А мы сделаем топ. А теперь мы сделаем... Ой, не то мы сделаем. А теперь мы сделаем ба-бах вот этой штучкой. Слушайте, она мне прям нравится. Она делает бах. Супер-супер. Так, ну теперь надо, конечно же, улучшаться. Потому что в одном из видео я пробовала не тратить эти все энергии. Они у меня пропали. Поэтому я улучшаюсь и иду вот на этого ужаснейшего... Ой, смотрите, как динозаврик какой-то робота. А что такая музыка? Ого, все понятно. У него 448 жизней. А, как же с ним играть-то? Ну, погоди. Сейчас что-нибудь придумаю. Ладно, давайте ракеткой вначале попробуем его поуничтожать. Но это, конечно, очень жестко. О, смотрите, слабый удар совсем. А, слабый удар! Мне повезло. Так, еще одна ракетка. Пах! Отлично, этот удар посильнее. Так, и еще вот этим попробуем. Ай, вот это тоже похуже. Ай-яй-яй-яй. Так, близко, наверное, к нему лучше вообще не подходить. Или лучше подойти, даже не знаю, что делать. Подойду поближе. Так, а теперь... Ну, давай вот этим, оно больше уничтожит, по-моему, у него защиты. А, ничего себе, это что за... Это что такое вообще? Вау, слушайте, мне уже почти нечем стрелять. Слушайте, если бы не новая штука, я вообще не знала, что делать. Так, мне поближе надо подойти. Так, в эту сторону давай подойдем. Отлично. Ай, как же больно, он меня бьет. Я же так все жизни потеряла. Топ-топ-топ. А что он три раза бьет? На тебе ногой. Вот так. И последний раз будет ближний бой. Ес! Как-то он глупо сыграл. Он очень много атак провел. Вообще абсолютно бесполезных. Вот честно. Класс, ребята, я опять выиграла. Мне так это нравится. Это просто чудо. Я опять получаю сундучок. И с удовольствием его открываю. О, это новая какая-то голова. Вот, отлично. Это лучше всего все улучшает. Вот давайте мы сразу и посмотрим. Итак, улучшения. А, во-первых, я зарабатываю себе еще энергии в виде монеток. А еще, что еще у меня что-то есть? О, целых два, представляете, класс, забираем, еще 10, о, ничего себе, здорово, ребята, я прям накопительством каким-то занимаюсь. Такая это что? А, вот, да, это голова, и вот сейчас мы попробуем, например, улучшить мою голову при помощи вот этой головы. Давайте мы вот так вот сделаем, нет, слабоватенько, честно говоря. Ладно, а если мы не голову будем улучшать, а, например, вот это,
При помощи вот этого. Так, ну неплохо, неплохо. Вот это, наверное, мы и улучшим. И больше все. Слушайте, а что еще можно улучшить? Мне прям так хочется. А, это дальнобойное вот это оружие. Ой, а это, кажется, то, что нужно было улучшать. Ребята, это что это такое вообще? Это энергия, а это вот какой-то огонь. А вот, это жизнь, наверное. А ну-ка, давайте попробуем. Может быть, если я увеличу защиту, например, плюс 400. Так, давайте посмотрим. Пам-пам-пам, может увеличиться моя жизнь? Может, именно это мне и надо было? Так, понятно, здесь ничего. Так, чем же улучшать? Слушайте, а если красная, ну красная мне вообще ничего не попалось. Так, а если вот это? Нет, это вообще не из той оперы, честно говоря. Ладно, а вот это? Ого, а вот это классно улучшает. А ну давайте посмотрим. Может сейчас, именно сейчас, я сейчас улучшить? Просто вот у меня уже 5-й уровень здесь. Ребята, это классно. Так, погодите. 5-й уровень этого. А вот это тоже, наверное, надо улучшать. Что это? Защита. Так, это какая-то заморозка. Не пойму, что еще какая-то защита. Ладно, давайте вот эту энергию попробуем. Может, я буду бить с новой силой? Энергия. Так, это не улучшает. Вот этим. При помощи этого можно вот попробовать улучшить. Ну-ка. Ну уже, 2-й уровень. Ну, неплохо, правда, не очень. А если с помощью этого тоже будет 2-й уровень? Тут голова какая-то у меня осталась. О, вот это класс. Так, это убираем. А это оставляем. Давайте посмотрим, энергия улучшится где-то на уровень 5-й, а? Да, улучшилась. Так, друзья, мне нужно еще много всего позакупать, чтобы улучшать. Я наконец нашла эти квадратики, которые нужно улучшать, и которых я ничегошеньки не разбираюсь. Но я сейчас посмотрю, может, у меня улучшились жизни. Поэтому мы с вами идем в новое путешествие. Двигаемся дальше, в 3-й уровень. Да, это же 3-й уровень? Да, это 3-й уровень. И нам надо отдать 4. Да, спасибо. Отдаем 4. А сколько у меня было? По-моему, улучшилось. По-моему. Ладно, так, тут не пройти, не проехать. Ладно, попробуем с этим же и сразиться. Ну-ка, 591. Смотрите, правда, у меня что-то улучшается. Так, ну что ж, будем сражаться. Вот при помощи этой штуки, например. Ай, что-то она слабоватенько, честно говоря, двигается. Ну, приятель, ну, приятель. Ну, сейчас сделаю бах. Вот, огромный бах. А теперь мы сделаем вот так. Бу-бу-бу-бу-бу. Уничтожили. Следующий. Так, нужно вначале вот здесь вот все разгромить. Отлично. А теперь идти на следующего. Так, так, так. Это такой же, по-моему, да? Ну что ж, сейчас никуда не двинусь. Пока. Не приближусь. Во, отлично. Так, поближе, пожалуйста. Поближе. Еще бы поближе. Ну ладно. Попробуем вот с этим. Этот вообще не дал хорошего результата. Но этот неплохо, конечно, стреляет. Во, вот так ты мне больше нравишься, приятель. А я делаю топ. И еще раз чем-нибудь стреляю. Бах-бах. Отлично, с этим тоже разобрались. Ну что у меня там? По-моему, больше никого нету. Один робот. Вот, опять я набралась энергии побольше. Вот сейчас я с этими поразбираюсь. Побольше денюшек. А вот тут что-нибудь есть интересное? Ну-ка. Пам-бам-бам. Да, тут тоже денежки. Смотрите, чем больше строений, тем больше денег я набираю. Слушайте, а вот это вот строение в конце мне абсолютно не нравится. Абсолютно и полностью. Так, ну что ж. Увеличим свою жизнь, увеличим свою энергию и идем в бой. Вот с этим роботом. Эй, не туда пошел! Придется к нему сзади заходить. Ну что ж, мы с тобой будем сражаться, приятель. А он... Что? Вот это сила! Вот это я понимаю. И что мне делать? Так, стоп. Не-не-не, я так тоже поступать не могу. Ладно. Так, будем подходить. Будем свою охоту начинать. Ай, он сейчас как бахнет, мало не покажет. Ой, он совсем немножко бахает, но жизни у него видели сколько. Что ж, приятель, я готова с тобой разобраться. Жизни у тебя, конечно, больше, чем у меня. Но у меня есть надежда, это главное. Ай, он сильно вообще... Ого, вот это выбил. Ребята, кажется, я здесь попала.
так, еще одна ракетка. А, слабо, 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 слабо. Что такое минус 2? Почему у меня минус 2? 16, 20. Так, что мне делать-то? Он сейчас 2 удара, и все, и ко мне. Ай, бах. Еще раз будет бах. Ай-яй-яй-яй, плохо, плохо. Мне надо подходить. Первый подход. Единственное, чем я могу выбить у него энергию, это сделать один бабах. Ну, мы, по крайней мере, почти на равных. А, нет, мы совсем не на равных. Ладно, а если я еще бабах сделаю, а потом сделаю вот так? Пожалуйста, нет, сейчас будет удар, сейчас будет удар. Нет, 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 нет. Все, он меня выбил, минус 13. Что, еще не выбил? Не выбил! Я его выбила, у меня 3 осталось. Ха-ха-ха! На последнем, вы представляете? Вот это новость! Вот это я не ожидала, что у меня вообще что-нибудь получится. Но я перехожу на 19 уровень, ребята! Если бы я правильно знала, как и что прокачивать, меня бы, конечно, бы лучше сыграла. Но у меня есть мои подписчики, которые мне об этом обязательно напишут. Я точно знаю. Я прямо мечтаю, чтобы вы мне по пунктикам все рассказали, что куда прокачивать, как увеличить количество жизни, количество энергии. Ну, все-все-все. Напишите мне, я жду именно вас. А еще не забывайте подписываться на канал Болтушка-Веселушка, жать колокольчик и приходите ко мне еще. Чао, какао!